Подождем, пока мужик уйдет. Давай. Снимаешь? Давай. Подожди, мужик. Да, блядь, давай. Ладно, давай. Снимаешь? Да. Да в смысле вертикально? Ты совсем? Все, давай. Я не буду вертикально. Все, я снимаю. Всем привет. Вы попали на мой канал под названием Keyboard 1981. Вы могли меня видеть на канале Грязный Пузырь. Кстати, я тебя это, видел иногда. Его отобрал мой друг. Я думал, это наш общий, но оказалось, что нихуя меня предал. Кто канал? Грязный Пузырь. Теперь мои личные видео будете видеть на этом канале. Про что это видео? Вы задаете вопрос. Наверное, вы узнали из названия ролика. Видео это Видео это о том, как собирают столик. Какой столик? Кухонный стол. Понял. Белого цвета. Понял. Дерево. Так, начнем. Для начала расставим ножки. Первая ножка. Так. Хорошо. Попробуй насадить на уголок. Так, тут есть дырочка. Вот с нее, я думаю, надо вставить. Покажи. Вот дырочка. Не вставляю ножку. Я извиняюсь, сейчас будет видео не в очень хорошем качестве. Все потому, что у меня нет памяти на телефоне. И нужно было записывать видео с другого телефона. И потом пересылать записанное видео через стороннее приложение, чтобы я оттуда уже их скачал. И это повредило качество следующих видео. Ну а так, в общем-то, все нормально. Так что приятного просмотра. Извиняюсь, видео прервалось. На моем айфоне закончилась память. Ненавижу айфоны. 16 гигабайт в этом мире пиздец. Извиняюсь. Продолжаем. Вторая ножка. Я предлагаю ставить наискосок, чтобы было. Ну, чтобы сразу поставить, а потом две просто докинуть. То есть вот здесь. А хотя она. Не, да, давайте. Так. Ладно, вернемся к этому моменту попозже. Ну, так. а стол-то тяжелый вообще как? Ну вообще он, да, не новенький. Понял. Так. Одну ножку мы ставили. Да, ну давай, наверное, придержу тогда сейчас. Ну как там, не знаю. Так, понял. Сейчас попробую. А что, стол-то вообще откуда? Дядя такси привез. Кого, стол? Да, икеевский. Блядь! Сука. Давай, наверное, я помогу сейчас тебе одну ножку вставить, да, там? Получается. Так. Сейчас заставить. Давай. О, заебись. Нормально. Нормально. Ножку выровнять. Можешь придержать? Конечно, могу. Так, надо двумя. Что двумя? Можешь положить камеру на стол и держать двумя руками. Только что делать? Я уёмный. Кто снимать будет? Так. Ой, зачесалось так. Уже почти. Ножка номер 3. О, слушай, так уже нормально. Готов. Последняя, финальная. Тихо, не болтай, блядь. О! Так, ну что там, отпускать. Блядь, стой. Ножка упала одна. Все, отпускать нет. Получается? В смысле? Нет, он упадет. Хорошо, держу. Ну, чего собрать? Так а чё? Чё-то не стоит твой стол, Влад. Фу, комары кусаются, сука. Блядь, сейчас упадет стол, нахуй, держи.
Я ж не могу одной рукой, Влад. Стол сейчас упадет. Да ножки как-то поставишь, чтобы они не упирались. Стол сейчас-то... Подожди, мне неудобно так, сейчас. Давай. Так, ну, а, понял, давай. Какой-то хуёвый стол тебе дядя из России привез. Из Икеи. Блядь. Чё ножки такие кривые? Блядь, посмотри. Уебать. Всё, кидай эту затею. Ну, да. Ну чего ты собираешь? Да для видео, стой. Ты ж не дособираешь. Так, давайте так. Сейчас ставим на паузу, я его собираю. Блядь, комары. И дальше продолжаем. Тем временем, как вы видели, ой. Как я говорил, после паузы мы вернулись, собрали стол. Стол получился у нас отлично. Держится, писать, все, дай-ка, что хочешь. Ну, неплохой такой стол. Тихо. Подожди. Например, колонка. Стоит. Что еще у меня есть? Ну, в общем, я хочу сказать, что стол получился отлично. Стой, ну подожди, ну пожалуйста. Ой, о, блядь. Так а что ты стол такой собрал? А тем временем, стол мы собрали после долгой паузы. Благодаря моему напарнику-оператору мы смогли собрать стол. Стол получился отлично. То есть, все стоит. Колонка. Могу поставить колонку, могу поставить твой зонтик. Положить свой зонтик могу. На все, что хочешь. Таблетки, кошелек, все что угодно. Прыгай. Ты этот, краш-тест. Что? Я снимаю. Писец.